Подполковник полиции Елена Жданова в системе МВД работает 20 лет. О работе в полиции мечтала с детства. После окончания университета устроилась в паспортно-визовую службу и с 2016 года служит в отделе по вопросам миграции. Рассказывает, работу свою любит за то, что она дает ей возможность помогать людям. Я ей живу. Мне здесь не бывает неинтересно. Мне не бывает здесь скучно. Это каждый день какие-то новшества. Не бывает одинаковых ситуаций по работе. Тем более моя работа связана с оказанием государственных услуг, поэтому это постоянное развитие как человека, как личности, как профессионала. Случайные люди в этой профессии не задерживаются, говорит Елена Жданова, потому что работа специфическая, с людьми и бумагами. Она требует сосредоточенности, ответственности, постоянного внимания и одновременно с этим умения общаться, устанавливать контакт. У нас фактически не бывает одинаковых ситуаций. Каждый человек со своей судьбой, со своей историей документирования паспортом, со своей историей регистрации. И зачастую приходится с каждым человеком, с каждым гражданином разбираться от начала и до конца. Моя задача и задача сотрудников здесь помочь гражданину, чтобы он от нас ушел действительно довольным и с оказанной государственной услугой. Подчиненные Елены Жданова считают, что для эффективной работы отдела важен вектор, который их руководитель и задает. В рамках приказов проверяет, контролирует нас. Ну, в общем-то, делает то, что должен делать начальник. Ее труд отмечен многочисленными грамотами и благодарностями от руководства МВД. Она одна из немногих женщин, которые посвятили практически всю свою трудовую деятельность одной службе. Паспортно-визовой. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.